Канал «Метр с кепкой ТВ» представляет. Только держи крепче. Хорошо. Ветер кончился, змей падает! Ну вот! Чего ну вот? Сейчас достанем! Сейчас! Сейчас! Поймал! Нет, не поймал! Нет, тут надо не спеша. Терпеливо, аккуратно. Еще разок! Почти достал! Ай! Сейчас! Раз! Почти достал! Три! Четыре! Раз! Два! Еще разок! Четыре! Ребят, а может, ну его, этого змея? Сделаем другого! Подбери правильные детали для воздушного змея. О! Круто! Так. Ого! Красота! О! Ладно, у меня есть идея. О! Ну, держите, а я полез. Помоги Кеше взобраться по лестнице на дерево. Найди и верни пропавшие буквы на свои места. Отлично! Пойдет! Здорово! Лестница! Да! Круто! Дерево! Красота! Круто! Змей! Да! Здорово! Ветер! Тучка! Давай сюда! Я не дотягиваюсь! Ага! Еще чуть-чуть! Лисичка, давай сюда! Еще немного! Еще капельку! Еще чуть-чуть! Держите там лестницу покрепче! Шатает! Ребята, а кто лестницу-то держит, если все здесь? А? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А
я знаю, что мы сейчас сделаем. Другого змея? Не-а, нам нужен ветер. Давайте все вместе. Знаете что? Ты права! Нет! Нельзя кидать палки! Мы так змея повредим! У меня есть идейка! Вниманию мое новое изобретение! Цыпа-пульту! Цыпа, друг, ты мне нужен! Принцип действия прост. Нажимаем сюда. Запусти цыпу из цыпа-пульты. Выбери правильный пример, соответствующий ответу. Отлично! Пойдет! Да! Вот! Все, превышен допустимый лимит операций. Что? Цыпа-пульта сломалась. Ребят, а давайте сделаем еще одного змея. А что? Отличная идея. Молодец, лисичка! Здорово придумала! Найди недостающие детали, чтобы сделать нового змея. Здорово! Здорово! Вот так! Ого! Ух ты! Как красиво! Как красиво! А можно я подержу? Ну вот, держи! Только осторожно! Не дай ветру! Ай! Ну что, сделаем нового, да? Что мы? Змея не достанем, что ли? Эх, мальчики! Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь?